Упс. Ticket, please. You are next. Добрый день. Продолжаем проходить Blood. Мы находимся на поезде, как он там называется, Фантом. Вроде бы да. И, соответственно, нам необходимо его остановить, подорвать. По стечению обстоятельств мы находимся прямо спереди на откидывающей решетке, которая должна призвана, по идее, просто с путей шествования поезда откидывать всю живность, которая там может появиться. Это имеется в виду там всякие коровы, олени, которые случайно могут выйти на железную дорогу. Ну и, как мы видим, этот поезд не такой уж и добрый. Встретили трех персонажей, которых мы убили. Ну ладно. Аккуратненько идем. Самое главное не свалиться. Все будет хорошо. А упасть здесь можно. Личное кровавое начало. Вот, собственно говоря, кабина машиниста. Но нам нужен ключ. А это значит, мы пойдем куда-то туда. Да, второй было зря, но тем не менее лучше так. Да, 4 зомби нас караулило. Прикольно, что одного мы выкинули. Всегда бы так. Погодите, надо посмотреть вниз. Все в порядке. Да, так вот аккуратненько мы это делаем. Open the door. Get off my train. Да! Вали из моего поезда. Сейчас он сдохнет и загорится. Ну да, так и есть. Ну что ж, мы находимся в поезде. Можем, конечно же, уничтожить, получается, окошечки. Попытаемся открыть дверь. Но это закрыто. Двери будут открыты, но потом. Блин, это хороший вопрос. Печалька. Придется немножко подлечиться. Странно, почему его так это спасало. Тут никаких багов не должно быть. Даже вон видно, что... А, ну понятно, он стоял там, в мертвой зоне, куда наша картечь не попадала. Такое бывает. Ну что ж, давайте включим свет. Тут как-то темно и неуютно. Он сейчас встанет, я знаю. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Да. Так. Ах, да. Неплохо так мы сделали. И двумя выстрелами сразу же. Вот что ж, заедим его сердце. Оно нам пригодится. I need a key. Здесь нам тоже нужен ключ. Ну что ж, идем дальше. Пока что нам нужно идти прямо. Здесь все заперто. Не знаю, далеко ли мы ушли. О, я помню это место. Помните, в прошлой части на поезде мы видели, как это вам сказать, вагон, который еще, получается, не был подсоединен к составу, а в котором было очень много зомбей разного типа. То есть ходячий был, и которые были в бочках. Наш герой еще сказал то, что это наподобие там, ну, добавки к армии мертвых. И вот как раз мы находимся в подобном же месте. Так, этого мы убили. Как много крови. Встал! И умер. Я тебя вижу. И я тебя вижу. Кажется, я его убил. Это хорошо. Такой смех садистский. Ну, лучше тут все закидать бомбами, потому что тут реально такая сейчас начнется шляпа. Я это помню. Так, мертвяк, соленые уши. Лучше занять главенствующую позицию. По идее, здесь можно при необходимости прятаться от всяких негодяев. Вон там, кстати, я вижу секретку. Так, мы взяли дополнительную амунарику. А еще.
А здесь у нас... Опа! Секретное здоровье. Теперь у нас 172 хп. Жизнь продолжается. Так сказать, жизнь удалась. Встал быстро! Отлично. Вот еще один секретик. Можем даже его взять, потому что я в прошлой части очки ночного зрения, или как там он называется правильно, очки зверей, не брал. Берем. It's mine. I have it. Didn't it? Нет, не хочет брать здоровье, потому что нас его много. А при свете дня здесь не так все и страшно. Да, действительно, меня смотрят зомби из бочек. Не смотри на меня! О, это плохое место. По идее, их можно всех убить с помощью динамита. Кстати, уровень сложности, которым я играю, он не дает им возможности стрелять в нас с помощью динамитных шашек. Но дело в том, что эти фанатики, они умеют это делать. Здесь этого они не делают, потому что мы им этого делать не даем. Такой хороший вид. Давайте шторки расшторим. Так, ты будешь брать бутылку? Я помню, что он в прошлой части говорил, что надо выпить. Нет, брать не хочет. Ладно. Классная моделька. Такая псевдо 3D. Очень так уютно смотрится. Я бы хотел себе такую пиксельную дома на стенку повесить. Ну что ж, мы здесь видим всякие рычажки, которые мы можем использовать. Тут две двери таких, вот там и вторая там. Ладно, возьмем пока то, что нам дают. Кстати, вот ключ, открывающий двери. Что-то не так. Что-то пошло не так. Ну, теперь так, как надо. Ладно, они вышли отсюда, да? Партия смерти. Так, этот сразу убит. Мне туда нужно выйти, потому что там есть что-то еще. Вроде бы броня. Да, боны армор, так сказать. Давайте возьмем. Да, супер армор. Теперь у нас типа получается сопротивление всему. Ну что ж, нам нужно открыть двери. Что-то я открыл. Ну вот там какая-то штучка была. Weapon shot. Pick it up. Reflective shot. Мне не нравится эта синяя подсветка. Я бы обошелся и без нее. Но, скорее всего, попадать буду постоянно куда надо. То есть метка в цель, как правильно перевел. Рефлективная стрельба. Теперь мы можем открывать двери. Мы можем ехать на второй этаж. О, какая картинка классная. Встал! Отлично. I'm not that hungry. Да, я еще не настолько голодный, чтобы есть такое. Пережаренная птица. Тут птица, говорю, вроде бы рыба, но почему-то у нее зубы страшные, руки. Да. Так, а нижний ящик можно открыть? Нет. Открываться не хочет. Я вижу. Мясницкий.
ножик, который не взять. Находим? О, аптека, это хорошо. Еще немножко патронов для нашего флеергана, про который мы уже, в принципе, забыть успели. Так получилось. Так. Вроде бы никого. А, ну понятно, все нормально. Нам сюда, в принципе, и надо. Но нужно будет идти наверх. Вот здесь подъемчик есть. Я думал, крысы должны убиваться, если мы их, получается, давим. Но они что-то, я смотрю, здесь не сильно-то и пытаются давиться. Ладно. Какой интересный зал. Скорее всего, это для богатых персон. Ого. Это я знатно зашел. О! Узнаете? Это наш персонаж. Just me. Just me. Одно плохо, когда я беру что-то другое, какое-то оружие, у него все равно как бы два дробаша. Даже ползет куда-то. Ну, все-таки скидку можно сделать, игра старая. Так, с учетом того, что здесь был фанатик, забавная картинка получается. Он сюда зашел, выпив много. Видите, у него есть рюмка воды. Начал срать и высрал ногу. Прикольно. Так, второй выстрел был зря. Нет ли кого тут? Тут никого. Окей. Патрончики ты мне не оставил, да? Да, зараза. Танцующая мертвая шлюха подвешенная. И этим самым танцующая. Танец смерти, так называемый. Потому что тело в такт качанием поезда, потому что поезд, когда это, сами знаете, когда делают туду-туду, он создает такие колебания. Соответственно, вот. Вот так вот. Неплохо. Я взял ключ. Да, какая-то страшная. И броню. Да. Ладно, не отвлекаемся. Идем себе дальше. В принципе, да, я мог бы здесь приехать подняться. Да. Давайте спустимся на лифте. На лифте. Ну? Так, тут мы были. А, нам нужно переходить в другой вагончик, точно. Здесь мы сделали все, что надо. Да. Нет, так умиляет вот это вот пинание голов. Просто что-то с чем-то. Я не туда пошел? Да, действительно, это так. Окей. Меня можно понять. Но простить нельзя. Да, точно. Что-то он там провякал про next act. Поперли, блин, поперли. Еще есть? А они есть здесь, вот за этими штуками. Так, истрачу эту хрень. Я не помню, как переключать инвентарь. Мне нужно просто достать докторский сундучок у нас. Я помню, был он. Вот так вот. Так, здесь вроде бы мышки. А нет. Хорошие флееры. Отлично. Так.
Нормально, все, прячемся. А, ну наконец-то, аптека. Ты не вышел? Нет, он не вышел. Или вышел. Точно, пошел погулять. Зря. Locked. Так, эта дверка нам пока не подвластна. Отлично. Конечно, это садизм. Стрелять дробью по таким маленьким грызунам, каких разносит на кусочки. Но можно было сделать. Видите, шаус есть, так что можно взять. Так, нам сюда. Давайте немножко отойдем, чтобы нас не задело. Какой чудесный вид открылся у меня. Он выпал? Точно, он выпал. А, ты смог? Зараза. Чё? Так. Очень интересное местечко. Мы нашли Томми Ган. Теперь мы будем очень смертельны. Пока есть патроны, конечно. А вот и лифт. Это чтобы, получается, нам не лезть, получается, вниз по тому проему, который мы там создали. Ну же. Ну что же. Мы идем туда, откуда мы сюда пришли. То есть, начало поезда. Ключ мы взяли. Теперь мы можем открыть эту дверь. Замечательно. Встаем? Нет, они очень громко кричали, значит, они мертвы. Насколько я помню, вроде бы вот в этой котельной есть заряды, оружие. Могу я как-то открыть дверь? А вот так? Мне предлагают здесь бросить динамитную шашку. Буду я это делать или нет, я не знаю. В общем, посмотрим. Наши действия простые. Нам нужно... Герой прав, нам нужно остановить поезд. Действуйте следующим образом. Дергается вот эта ручка, предохранители откручиваются... Котел взрывается. Вроде бы так. Попробуем. Да, точно, решетку мы открыли, но у меня очень мало здоровья. Я туда не полезу. Там вроде бы патроны для пулемета, что ли. Точно не помню. Ну вот. Discover Clamsol. Так, один сделал. И гасимся сюда. Супер. Ну вот, как и говорил, то есть один секрет я не взял, это, скорее всего, вот в этой втопке там что-то лежало. Вот пятый, шестой секрет. Вот, такая вот коротенькая веселая миссия. Ну что ж, спасибо за просмотр. Встретимся в следующей части. Так сказать, последствия крушения. Всего доброго.